Очень симпатичная модель, которая подойдет для прогулочного катания по городу. Электробайк довольно накатист, несмотря на приличный вес. Кстати, батарею можно снять, и добрая часть килограмма идет. Еще можно отметить классную грузоподъемность. Моделька сделана достаточно прочной, чтобы выдерживать сильные нагрузки. Это опять же специфика электропедов. Разгоняется он до 30 км в час. Очень удобно для преодоления больших расстояний. При катании по городу напоминает скутер, который не нужно заправлять. Велосипед классно маневрирует в транспортном потоке и не пугает прохожих. Словом, доставляет радости. Геометрия рамы – это усовершенствованная женская рама, усиленная. 7 скоростей, хороший багажник, широкое седло.